Я монтажер. Монтажер всегда видит конечную работу самым первым, ибо он доводит ее до ума, буквально склеивая все из различных кусков видеоматериала. Мне приходится работать со множеством программ, чтобы достигнуть нужного результата. Ведь зритель заслуживает лучшего. Я звукорежиссер. Работа звукорежиссера предполагает не только установку микрофона, но и настройку оборудования, а также работу со звуковыми редакторами и много хитростей для качественного звука. Я оператор, и по долгу службы мне приходится иметь дело с камерой. Многие думают, что это просто, однако есть множество нюансов, которые стоит учитывать. Плюс необходимо иметь дело с дополнительными аксессуарами и уметь брать нужный кадр. Я режиссер. Моя работа заключается в том, чтобы контролировать всю съемочную группу. Именно от меня зависит, получится ли продукт качественным и сумеем ли мы передать все, что было задумано. Всему этому мне пришлось учиться самой. Однако, если бы нас научили этому знающие люди, ошибок было бы меньше. Кафедра медиаинженерии и информационно-радиоэлектронных систем – новые возможности для будущего поколения.